Город у вас чудесный. Я думаю, что эти 550 лет – это такое совершеннолетие. Город становится взрослым, уже входит в новый этап своей жизни. И следующие, как минимум, 3000 лет должны быть просто периодом несомненного расцвета, чего городу и желаю. Чебоксар очень уютный. Правда, очень уютный. Такая радость, что вот им назначили встречу там вот здесь, например, на час дня, и я смог доехать сюда за 5 минут. В Москве мне бы пришлось часа за 2 выходить. В этом уюте есть какая-то радость и особое очарование.